Спортивный зал в Сорской школе номер 1 не видел капитального ремонта больше 50 лет. Деревянный пол, обшарпанные стены и старый спортинвентарь. Все преобразилось около 2 недель назад. Свежий ремонт вызвал неподдельный восторг у школьников, которых тут около 500. Он стал более комфортней и яркий. В прошлом зале он был весь деревянный и мрачный. А вот этот зал яркий. Он был темный, и мне не нравилось было там. Тут светло и красиво. Мне нравится в новом зале, что тут яркий пол, не из дерева, как было. В старом зале стены яркие, сетка новая, яркая. Теперь у юных спортсменов есть любимое место. Сюда можно приходить и после уроков. Директор учебного заведения рассказывает, здесь учатся только ребятишки начальной школы. Поэтому такой царский подарок особенно важен для малышни. Ремонт сделали в рамках нацпроекта «Образование». В спортивном зале были проведены масштабные строительные работы. Был полностью заменен пол, то есть вычищено до земли, были установлены кирпичные новые столбики, дальше были постелены новые, обработанные раствором влаги, соответственно, сверху был черновой пол застелен и в 2 слоя фанера. Далее, как вы увидели сейчас, это специальное половое покрытие для спортивных залов. Полом дело не закончилось. В помещении полностью сняли старую штукатурку, заменили окна, провели освещение, установили камеры. А еще отремонтировали раздевалки, сделали душевые кабины. Обжиться в новом зале до конца пока не успели. Но все впереди, было бы где, шутят физруки. Работы обошлись в 2,5 миллиона, и по карману Хакасии это не ударило. Большая часть денег – федеральный бюджет. Полина Назарова, Андрей Доржу, РТС.